Привет, меня зовут Норт, ты на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой продолжаем кампанию «Добрая сказка». Я не знаю, как нас с тобой в нее взяли. Собственно, 4 здесь и 4 здесь у нас с тобой уровня. «Узкий перерыв» называется этот. И я так и не нашел спрятанного юнита здесь, почему-то. Что странно, несмотря на то, что мы с тобой в прошлой серии все облетели, но почему-то нигде здесь ничего не нашлось. Может быть, я не заметил какой-то секретный проход, как был в одной из карт, который был внизу. Но вроде бы все мы с тобой осматривали. Но что-то как-то секретным юнитом у нас не задалось. Ну и ладно, значит. Помощник один пытается ворваться на видео. Да? И поиграть. Мамонты. Не помню, кто это. Эти, которые кидают. Опа. Блин, а вот эти вот ребятки, они сильные. С молотками. И сзади, я так понимаю. Нет, в смысле? С одной стороны? А, ну это проще. И 6500. Ну, в принципе, стандартная ситуация. Можно поставить танк. Можно поставить танк, можно поставить хвачу. Можно убрать помощника отсюда. Вот так вот. И на 500. Ну, кого-нибудь посильнее. В принципе, можно монахов. Они не с первой тычки падают. Ну, либо кучу мелких, да, вот как вот это вот пришла ко мне. Куда ты танк поехал? О, господи, все, катка проиграна, танк уехал. Зачем? Зачем он уехал? Он мутузит монахов своих. Так, мамон, ты все, хвач справилась. А, ну, в принципе, мамон, ты при... Оу, щида. Что это было сейчас? Ничего себе. Куда ты поехала, хвача? Алло. Здравствуйте. Сюда. Ну, становись ты на... А, все. Пока хвача болталась, танк справился. Ладно, нормально. Я думал, что, честно говоря, вот этот вот товарищ сильный нас перебьет, но нет. О, теперь их два. Это вот они, я так понял, да, взлетали? И кто-то вот, вот кто это? Это уже недобрая какая-то сказка начинается. Тут уже серьезно. Тут уже что-то очень серьезно прям. Чё-то как-то прям вообще. Ну, в принципе, у нас есть 10 тысяч. Мы можем поставить даже два танка, хотя я не знаю. Если в этом смысл, ну да, попробуем, почему нет, деньги позволяют. Просто то, что хвачу не поставишь, потому что, как бы, ну, вот эти вот ребятки ее развалят быстро. А на 2000 кого ставить еще, да я даже не знаю. Да попробуем все-таки поставить хвачу, может она хотя бы кого-то сильного снимет. Своей атакой, нет, она почему-то раз... А, туда-сюда развернуть, понятно. Лучше пусть в этих вот она стреляет. И на 500, наверное, давай поставим мелких вот этих вот юнитов, пусть они отвлекают как могут. На себя, чтобы более сильные юниты не страдали. Хорош. Так, хвача сейчас, по-моему, отгребет. Да, хвача уже. Оу, щит. Ну, эффект, конечно, очень красивый. Эффект очень красивый, но два танка, мне кажется, не вывезут против священника и вот этих вот летающих. Да, один танк уже все. Да, да, да. А кучу хвач ставить. Давай еще раз попробуем. Я попробую сам хвачей управлять. А, все что ли? Серьезно? Она сзади отгребла. Не получилось, она отгребла сзади, но при этом теперь еще и вот эта средняя осталась. Она не убила за счет того, что я ее сдвинул. Блин, ну как же эпично они взлетают. Просто. Ну и все, собственно. Очередной проигрыш. Священники очень люто бьют. Нужно против них что-то ставить. Спасибо большое. Мне не надо поднимать, не надо опускать. Котика, ну прекращай. Ну куда ты по... Может, мелкая, не надо никуда ехать, я сам справлюсь. Так, давай попробуем обратную тактику. Давай попробуем один танк поставить. Это микрофон, он мне нужен, не трогай. Один танк поставить, понимаешь, нет?
Так, и... Ну, я не знаю. Вот так вот. Ну, честно говоря, бы поставить третью хвачу. А этих у нас сколько? На 500 стоит. Кто-то отвлекающий по-любому нужен. Ну что, еще на две хвачи хватает. Но я думаю, что мы тремя справимся. И на 500 давай, может быть, поставим посильнее вот этих вот ребят, которые не эти монахи ниндзя, говорю. Они, мне кажется, должны на себя немножечко отхватить, отвести. Они поживучие. Вот, тут вообще отлично. Тут хвачи справились сразу прям. Там хвача минус. Так, одного сняло. Хорош, вот прям хорош. Вот это прям то, что нужно. Вот еще бы... Эх, не успела хвача ляснуть. Все, там тоже. Там тоже, но она сняла монаха. Все, замечательно. То есть вот этот вариант замечательный, только надо, чтобы хвачи не попадали под эту атаку. То еще бы она вот этого сняла. Было бы, мне кажется, замечательно. Давай просто еще раз попробуем. Мне кажется, выгорит. Выгорит. Вот еще бы... Вот первое, чтобы не страдало так быстро. Почему-то пробивается очень быстро. Один... Опа, все, в смысле. Уже минус две. Уже минус две, да ладно. Не понял. Но это очень проигрышная катка. Так, значит, нам надо как-то усиливать. Либо давай по-другому сделаем. Либо давай мы просто хвачку куда-нибудь уберем. Ставим, наверное, вот так. В смысле, что ты делаешь? Ставим, наверное, здесь вот две. Потому что там, да, там она очень быстро сливается. Там прям очень быстро сливается хвача. Но все равно он к ней пришел, все равно он ее бьет. Все равно танк почему-то не справляется. Защита и дайман. Почему он подлетел? Ну и все, собственно. А, хвача одна живая, хорошо. Нормально. Что ж, перейдем к следующей, собственно. А, компании, да. Думал, ошибся. Нет, не ошибся. Значит, у нас тут... Ну, в принципе, выглядит не очень страшно. Главное, чтобы по очкам 4000... Теперь мы играем за добро. Реномант, это вот этот вот, который вжух, да? Я так понимаю, чуть-чуть не хватает на двух. Жалко. Священный... А, слон, нет, слон не надо. Вот эти очень хорошие ребята, они, мне кажется, против мамонтов пойдут. И 800, да, воин веры, ну, в принципе. Они этими своими молоточками, может быть, даже и пойдут против вот этих вот. Давай попробуем. Вот это плохо. Немножко не сработал. Но нормально, он вжухнул. Хрономант и, собственно... Померли очень быстро. Кстати, вот ребята, я на них рассчитывал. Нет, мне кажется, один он не вывезет. Один он, мне кажется, вряд ли вывезет. Вывезет он, мне кажется, вряд ли. Да, вывез он так себе. Вот эти ребята вообще почему-то... давай вместо священников поставим вот этих побольше. Потому что нужен кто-то, кто вот эту вот массовку немножечко снесет. Нет, мамонты всех растоптали. Получилось так себе. Ну, по-моему, минус один уже, да? Да, минус один. Второй прилег и вставать не очень хочет. А, то оба прилегли, хорош. Прилегли оба, но этот, мне кажется, до них не долетит. Опачки, что это он сделал? А, неплохо. А, он их по очереди как-то замедляет. Прикольно. Нормально, вывез, хорошо. Вывез, собственно. Это кто? Это что за дичь такая? За юрский период. Юрский период какой-то, что это? Что за бред, я не понимаю.
Реально юрский период какой-то получается, смотри. А этим по кайфу вообще, им нормально. Я даже не знаю, какой кадр взять отсюда. Все трясутся. Всем как-то. То ли прикольно, то ли холодно, понять невозможно. Ну, будем посмотреть. Так, 4000 ровно. И у нас добро. Но мне кажется, есть смысл, но, наверное, не успеют. Эти вот ребята слишком много. Священный слон. Ну, давай их два попробуем. Минус. Минус. Все. Они бесполезны. Они просто бесполезны. А, вот этот, по-моему, хороший. Да, вот эти швыряются. Вот эти швыряются. Я перепутал с этими дешевыми по 250. Вот эти швыряются хорошо. Вот это только медленно. Очень не успевают. Очень медленно. Хорошо, но медленно. Так они и не убивают никого. Вот это. Почему они были такими сильными, когда против них воевал я? Вот я не понимаю. Только я их взял, так сразу они никакие просто. Ну, то есть это тоже бесполезная фигня, да, получается? Они слишком быстрые, не успевает никто. Никто не успевает. Ведь это живучие ребята, но как бы толку не очень много. А, ну то есть он кроме того суперудара, он еще и своим махает. Но это нормально. Это может выгореть еще. Нет. Буквально чуть-чуть не хватило. Ладно, давай попробуем еще раз. Эти почти справляются, видишь? Эти почти справляются. Но вот от первого удара вообще никто не погибает абсолютно полностью. Того затоптали толпой просто. И этих затоптали. Господи, какой провальный раунд. Ужасный просто. Их тупо затоптали. Их тупо вот затоптали просто. Вот этот юрский период. Непонятно, где что происходит, как, что и почему вообще, собственно. Значит, что мы делаем? Эти тоже бесполезные, хрономант. Ну, можно попробовать на самом деле. Воины веры, но они слабенькие совсем. Они не смогут вообще ничего, в принципе. Да, их вон сразу потянули. Вот этот, если взлетит сейчас, то будет нормально. Если он успеет вжухнуть. А он вжухнул. А он вжухнул много сразу, смотри. Он хорош. Он хорош, он очень многих вжухнул. Смотри, один справился, красавчик просто. Далее. Ну, как бы... 2600 на него не хватает. А этих, мне кажется, загрызут. Этих, мне кажется, очень даже загрызут. И стой, что я вообще ничего не ставлю. То есть планируется, что будет вместо вот этого два вот этих вот. Ну, давай. Ну все. Они очень быстро погибли. Они бесполезные абсолютно просто. Они просто бесполезные. Паладин то же самое, три штуки становятся. Три штуки становятся, один за 200 вот сюда, бесполезный. Ну и что, и ворона сейчас едят. Одного уже съели. Этот вон вообще один на один. Крестьянина победить не может, все, победил. Нет, не победил. Нифига у него хп. А еще два ворона. Не, все это, да, проигрышная катка. Абсолютно. Справлялись бы вот эти ребята, было бы здорово. Ой, я заново нажал. Вместо сбросить нажал заново. Все, запинали, даже карлики за 50, запинали воина за 800. Серьезно? Это вообще не смешно просто. Настолько откровенное подкручивание. Ну, это просто... Давай посмотрим, сколько, как они справятся с карликами.
Это-то эффектно, но надо, блин, было... Ну все, он один раз пнул. То есть у них хп нет вообще, в принципе. Они-то хорошие, но у них хп нет вообще, в принципе. Что остается? Остается слон. И два вот этих по 300. Нет, слона запинали. И чем? И вот чем? С ума сойти. Это, мягко говоря, несправедливо. Ну и что, и сколько мы их выжило? Один. Серьезно. Один. Один выжил. Нет, еще где-то есть. А. Ясно. Хорош. Реально не знаю, что делать, абсолютно. Реально не знаю, что делать. Бесполезные воины, абсолютно. Абсолютно бесполезные воины. На хрономанта не хватает. Вот чуть-чуть бы дали, и все, было бы нормально. Воины веры, они проигрывают... подчистую проигрывают воронам. Два вот этих вот ставить. Но опять же, по 200 очень мало. Можно было бы одного сразу взять себе. Ну и что, и не возьму я себе одного. Ну, и все. До него даже не долетело. То есть, настолько слабое отвлечение, только, ну, наверное, хорошо, давай я его одного поставлю. Одного его поставлю, где он. Буду им меситься. И поставлю кучу вот этих вот слабеньких. Пусть. Зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем ты не туда стреляешь? Зачем? Минус. Что это? Минус. Оу, все. Да. Да ты, может, остановишься немножечко мне? Чего ты там говоришь кому? Не, это все. Это я случайно проиграл. Абсолютно случайно. Ну, в принципе, вариант, видишь. Только вот единственный вариант. Вот, особенно если первую атаку я не теряю. Вороны на меня не сильно отвлекают. Са. Нет. Я не успел, ворона меня догнала. Блин. Я промахнулся и ляснул по вороне. Ес, ворона не успели, хорош. До свидания. Все, ну это единственный вариант. Это единственный вариант был самому. 4000. 4000 у нас быстрые воины. Но молотки, мне кажется, не успеют попасть. Этих вот ребят поставить на все деньги. Они, по идее, должны. Но почему-то, когда они против меня играют, они стреляют прям быстро и заранее. А тут они что-то как-то не торопятся. Тут они прям не торопятся. О, сколько их? Их 4 пошло? Оу, щит. Они не вытянут, мне кажется. Не, нормально вытянули, красавцы. Очень быстрый раунд. Так, это у нас, напомни, сколько с тобой прошло времени. Сейчас посмотрим. Компания. Значит, нижний ряд мы с тобой прошли. А, 2 раунда осталось, хорошо. Королевские лучники смотрим. Что у нас там в королевских лучниках? У нас очень много... Королей 4 у нас. В смысле? 4 короля. И 4 500. А, ну, в принципе, хрономант могу. Я не знаю, как он с королями справится. Можно поставить хрономанта одного, чтобы он сразу бухнул. Можно поставить одного вот этого, с собой его взять. Ну и вот просто разных абсолютно. Лишь бы поставить уже, что остается. Куда ты, в кого ты, зачем ты? А, ну ладно, говорил. Oh,
Хорош. Успевай, успевай, успевай. Yes. Алекс! Вот это классно получилось. Вот это просто эпич. Вот это бдыщ. Один. Он такой, ей. Один победил, один. Победил один. Хорош. Ну, мне кажется, схема схожая. Ставим вот этого. Ставим воина для себя и ставим 300 и 200. 300 и 200. Это вот сразу. И все полегли. Все полегли и почему-то ясно, здесь один не победил. Почему они так быстро убивают вот этого за 3000? Я не понимаю. Это же такой воин хороший, дорогой. Самый дорогой воин. Нет, все, это просто нереально. Это просто нереально. 4500 и как? Как это сделать? Вот так? Ну это не получится. Ну не получится, нет. Не возьмут они толпой. Если учесть, что у лучников перезарядка, только если на это рассчитывать. Но там вот этот рыцарь, он, блин, он их разносит, как не знаю кто. Так, этот вроде бы справляется. Ну, пока что неплохо. Они, в принципе, неплохо мансят, на удивление, эти дешевые воины. Вот против таких они вполне себе. Правда, смотри-ка, лучники даже не с первого раза убиваются, как. Они вдвоем не могут попасть. Тот один раскатывает, эти вдвоем не могут. Хорош, ворвались, красавцы просто. Тащи, давай. Не попал, ну ладно. Своему втащил, пофиг. Хоть кому-то да втащил, да, молодец. Все, Барт, тебе, ну ты понял, да? Вот это было эпично. Хорош. Ну и вот, собственно, на этом мы сегодня с тобой закончим. Спасибо большое, что смотрел или смотрела. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик. Вот лайк, дизлайк, стрелочка, поделиться, поделись обязательно с друзьями. Также есть плейлисты с другими играми, есть группы ВКонтакте, есть группа в Телеграм и есть другие соцсети. Всего тебе хорошего, пока-пока.